Здравствуйте, в эфире новости погоды. Расскажу о них я, Ольга Гайдабура. Нет газа, а впереди холода? Есть выход – комплексное электрическое отопление. Спонсор прогноза погоды – магазин «Теплоэлектроцентр». Купил, включил, грейся. «Теплоэлектроцентр» предлагает комплексное электрическое отопление. Инфракрасные системы «Степ» впишутся в любой интерьер, сберегут вам деньги и здоровье. Монтаж от 1 часа. Повышенная гарантия – 12 лет. Акция при покупке 3 и более панелей – скидка 10%. Звоните 8-917-270-52-95. В Набережных Челнах пасмурно, небольшой дождь. Столбик термометра покажет нам плюс 8 градусов, ночью плюс 7, также возможен небольшой дождь. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Желаю вам отличного настроения. До встречи на телеканале Челны ТВ.